Здравствуйте. Вы получили алмаз звездочка 2304. В Непе 842 получает алмаз. Ой, блин, ну ладно. Какие-то... Здесь мы сегодня расскажем, что здесь будет. Здесь у нас будет, знаете... Подожди. Здесь будет лагать. Не знаю, почему. Много чего. И я здесь не буду жить. Знаете почему? Потому что это не мой дом. Забыл вариться, я буду свой строить. Это просто... Да жить! Че ты подпадайся? Хотел. Ладно, жить. Извините. Пчела может убить. Это... Да. Дислагать, наверное, будет. Не знаю почему. Ну, если у вас не лагает, значит, это хорошо. Знаете, что сегодня суть ролика? Здесь сегодня суть ролика, значит, такова. Находить клады здесь будут. И здесь будут какие-то здания. Здания. Одно здание у нас. Говорю вам, одно здание. Или там три здания. Будут какие-то... Так, нам нужно построить дом. Все алмазы, блин, забиты. Извините, это на алмазы там говорю. Но они мне не нужны, алмазы. Просто говорю, зачем мне эти алмазы? Вот скажите. И зачем мне эти изумруды? Значит, здесь клад есть один. Если как бы говорится, у меня алмазы появились, значит, здесь клад. За что здесь много кладов? Здесь около 9 кладов во всем мире. Представляете? Даже надо повезти. Давайте от орк под уже займем, а? Копать уже будем. Давайте уже под домом выкопаем что-то. Может, что-то найдем под домом. Давайте попробуем. Конечно, нет. Кто еще у меня просит? Значит, у нас... А это я у жителей купил, представляете? Здесь клады есть. И пчелы. Вот у пчел... Вот пчел... Ой, мне красиво. Пчелы. Смотрите, сколько у меня денег. Прямо не представляете. Я богатый. Знаете что? Что я в Майнкрафте уже Майнкрафт прошел. Представляете? Так, это не могу. Здравствуйте, это Даня. Привет. Я дом себе буду строить. У меня... Ну зачем мне эти изумруды? Это здание. Так, что из здания здесь можно взять? Здесь просто так плохо, что нету. Надо искать его. Он же должен в этом здании быть. Это же здание. Нет, здание никакого. Я не вижу, чего он будет. Жить. Вообще. Товар. Ладно, давайте. Еще раз. Что-то хакнет. Да блин! Ой. Извини, житель, я купить что-то хотел. Конская броня! Я конскую броню хотела, блин.
Ладно, извините, что я ударил. Ну, вот с одного удара какой-то жителя. Ну, жители, не мешайте. Мне просто неприятно так делаете. И вообще надо... Здесь здание долго будет, потому что нечестно. Не мой дом. А ваш дом. Остальные... А, вот. С ума сошел. А вот нагрудник у меня. Где у меня нагрудник и алмазник? Алмазник за 5 минут. Значит, здесь клад есть алмазный. Значит, здесь клад есть алмазный. Мне такое ощущение. И чё, алмазный топор у нас? Так быстро? Ну чё так быстро? Выживание, что ли, такое быстрое? Ну да, выживать я так хотела бы сначала. Надо изумрудов здесь... А, нет, мне не надо собирать. Жителей побить хочу. Ладно, не буду их бить. Мне их жалко. А, дверь за собой забыл закрыть. А, закрыл. Вот такой житель мне и надо. Блин. Чё медведи плачут? Или они не плачут? Не знаю. Интересно, ну какой не совсем вообще клад? Скажите. Подскажите, пожалуйста, на какой, пожалуйста, высоте? Да. Кажется, мне сегодня не везет. На какой-то сегодня высоте должны алмазы быть. Ой, то есть как алмазы? Мне не нужны алмазы. Здесь, кажется, генератор алмазов, кажется, есть. Я там 100% вам говорю. Потому что не может так просто так. Так просто так, знаете что? Ну что? Биться белый не будет. Да как? Даже сам не знаю, где клад. Точка появления. Все, сплю я. Жители, если вы кто-то еще из вас клад покажет, я вам, знаю, что задам? Очень хороший урок будет. А на севере трудно выживать, как говорится. А вот по огородам я не смотрел. Давайте посмотрим. Вдруг... А я просто так сидел и думал, где я у меня? Ну и где клад вообще? Ну и где клад? У нас только уголь и все. И нам алмазы не нужны. Просто в лаву кидать и все. Что за день такой? Или значит генератор алмазов где-то здесь спрятан? Это же клады здесь ищутся. Где... Значит, здесь что-то хитро придумано. Ну давайте, давай-ка мы на моем мире посмотрим. Я вот сам не знаю, где вот, не могу предположить, вот скажите, вот где бежим. Ты не посылайте мне ничего. Зачем я какой-то клад ищу? Нам надо наразвиваться. Вот снежко пособирать. Здесь снег начинает. Куда идем? Иди куда шел. Да, иди куда шел. Все, молодец. Падает. Никуда. Пришел ко мне, зачем ты ушел? Ну,
жалко медвежонка. Кто нападает, наверное, прибивать его надо каждый, за каждый удар. Убил меня, ударил меня и ударил. Ты правильно говоришь, как бы говорится. Он ударил, я его ударил. Все-таки все у нас правильно. Ну, клада здесь и нету. Давайте глянем. Клады. Клады искатель я. Так, выходим из майна. Я должен, знаете, что сделать? Посмотреть. Так, смотрите, скачивайте это приложение. Так, сейчас посмотрим, что установить. Давай вот это установим на мой мир. И посмотрим, что здесь, прятаны хоть клады, или мы зря здесь рыскаемся? Вот скажите, зря, наверное. Подожди-ка. А это что у нас? Интересно, чё? Как? Точно, я говорю, это как? Я подсмотрел, извините. Чё? Как спрятано? Это чё? Не говорите, что это... ну да. Не говорите, что это правда. Вот я вам говорю, это что так спрятали хорошо, скажите. Блин, ну это трудно играть. Я-то даже не запомнил, где. Под огородом нету. Откуда я знал, что под огородом нету? Откуда? Вдруг хитрость, хоть хитрость. Вот скажи, хитрость. Вы понимаете, хитрость. Вдруг по огороду. Ой, шуршал я, блин. А друг где-то в каком-то месте тайном. Я же сказал. Ой. Значит, я буду под этими домами искать. Под моим домом почти. Вот от моего дома находится что-то. Я же вам говорил. Что-то есть. Там какие-то вещи лежат в шаркерах. Надо посмотреть. Срочно, ма. Я даже не знаю, что, как оно. Интересно, а что за вещи лежат? Они могут вещи и какие-то, и могут меч там лежать, инструменты. Ну, инструменты рятри. А генератор алмазов как у меня появился? Скажите, генератор, как у меня, значит, где-то алмазный генератор есть под землей. Только, может, в любом пустыне, в Африке, Майнкрафте, джунгли. Вдруг я что, буду всю землю выкапывать? Это что? Это долго. Я буду что, весь мир искать? Это вообще долго. Я в копию мира захожу. Там тоже вещи спрятаны. Там тоже вещи. Я просто сделала, чтобы в этом мире тоже показывать, где они были хоть. Разлучаться. Или там покажу. Ну где вещи? Это как? Как их искать вообще? Скажите, где вещи, я вам говорю. Вот, может, под этим домом? Нет, хитрости уже меня не надо. Да. Вот здесь клад. Нет, здесь клада. Ну, а где клад? Значит, кладов нету. Все понятно. Я говорю, что прощаемся уже все-таки. А то кладов что-то я не могу найти. Это долго. Ну да, я говорю. Я лучше так сделать надо как-то было. Что где 1000 клада. А не мало. И вот под деревней здесь где-то, наверное, много клада. Вообще, где мы забрели вообще, интересно? Надо креатив включить. Шо, где я забрел? Вообще, может, я в кладе что-то нахожусь? Просто не заметил, что клад. Клад спонсора.
Ну, я пошутил. Клады, клад искать, клад, клад искать. Сегодня будем клад. Где клад? Да. Еще. Подожди-ка, а это что еще? Я не замечал. Погоди-ка. Пробитый бедрок? Это что за клад? Это клад? Скажите. Это чё ещё? Скажите. Смотрите, сколько здесь алмазов. Чё-то... А, клад уже первый нашел. Смотрите. Первый клад. Это клад у нас. Считается. О, наконец-то клад хоть какой-то нашел. Это не клад, а это алмазы. Смотрите, это чё еще? Как я это не мог... Жители, не падайте. Это чё? Где? Чё? Полетать захотелось и сразу что-то находится. Ну, смотрите. Нам посмотрите, а где мой дом хватит изумрудный? Помните, здесь был человек? Я ничего не пойму, это как? Я вообще ничего не пойму. Где выживание? Вы знаете, что как это трудно. Да, играть трудно. На таком планшете. Мужичанки не пригласились. Или кто-то меня троллит. Если кто-то троллит, знаете, что я с этим человеком сделаю? Я просто хочу забанить его буду. И просто не знаю. Если это шутка какая-то, но я не могу по сетевой играть. Или могу. Могу или не могу? Скажите мне. Если это сетевая, как-то получилось, что кто-то пролез. Я не знаю, как. Я бан выпишу. Потому что ну, представляете? Списал ролик, писал себе хорошо. И сразу кто-то меня троллит. Это плохо. Я не люблю такое. Я снимаю ролики и не тролли. Потом троллить. В следующий раз. А вот оно и вот. Вот этот мир. Не знаю, давай в него хоть повыживаем. Посмотрим, где клады вообще интересно. Вот скажите, вам кому интересно, где клад? Куда он мог забрести? Я вообще не знаю. Может, его спрятали надежное место? Я просто пустой. Вы получили алмаз звездочка 2000. Представляете, это что еще? Получили что-то? Это где вообще? Это как? Ну нет, это невозможно. Это как-то так. А это что за экватор? Какие-то кваторы начали появиться, вы не заметили? А? Давайте я включу креатив для вас, чтобы показал всю вам, где все находится. Просто выживание так, просто трудно что-то. Так, подожди-ка, я хочу вам хоть рассказать, где клады. Где клады, посмотрите, выживать. Что, долго будет, пока мы будем выживать и клады искать? Знаете, сколько дней пройдет? А где та яма? А здесь такой ямы нету. Я ничего не понимаю, что случилось с миром. Вообще ничего не понимаю. Что, клады?
Меня что, троллят? А кто эту яму вообще создал? Скажи. О, по дереву! По дереву еще не смотрели. А вдруг поди кто-то так и решил, что по дереву будет расти. Тут у нас что-то дерево сейчас. Дерево. Вдруг он чуть-чуть подумал. А что по дереву не спрятать, а? Может, он подумал. Что по дереву не спрятать? Знаете, что я какой прикол знаю? У нас может клад появиться, смотрите, где. Здесь. Ну, я вам реально говорю, здесь клад точно будет по-любому. Здесь эссе какой-то написано. Значит, здесь клад есть. Просто помечал, где клад. Наверное, кто-то помог, чтобы здесь клад где найти. Нифига нет клада. То есть, и говорю, что клада здесь нету, и все. Может, здесь все клад есть? Может, тут поискать? Я хочу вам рассказать, где клад хоть. Интересно, хоть один, пожалуйста, кладик. Дождись. Да, о, где все, наверное. Да, где все. Надо вот посередине писать. Вот. Ничего не находится. Пока. Это как? Нет, это невозможно. Я уже говорю, клад найти не трудно. Просто я вам хочу рассказать, что за клад или как его найти. Клад его трудно искать. Да, я говорю, копия. И вообще ничего не пойму, что за клад? Как его найти? Вы сегодня ролик пришли клад искать. Где клад? Может, дом опять забрел? Здесь раньше город где-то был. И вы заметили, что какая-то яма появилась? Просто дыра какая-то. И эту дыру я никогда не видел. Представляете, это что за дыра? Если мне кто-то троллит меня. Ну, кто меня троллит? Я вообще почти его не играю. Даже не видел никого в своей игре. А теперь где деревня? А вот она. Если сейчас деревня пропала, значит меня кто-то троллит. Потому что, ну деревни нету. Это уже перебор для меня будет. Ну и что это? Давайте посмотрим, что за ерунда какая-то. Просто не знаю. Где дома? Нет укладов. Прощайте, кладов нету. Нет укладов, потому что мы везде поискали, а мы видели клады. Что-то все подсказки какие-то. Давайте эти подсказки решать, потому что я люблю решать подсказочки. Ладно, заходим в то приложение, где мы алмазы нашли. Представляете? Под моим домом реально алмазы. Понятно. Ай-фай шойнай. Трава. Чего? Мне кажется, троллит. Сейчас, наверное, застраивать тут траву. И ты вообще ничего не пойму. Чего? Да я не пойму, может перезайти просто. А то выйти без сохранения, это шутка какая-то. Мне не нравятся шутки решать. Я не буду проблему эту решать. Ну, интересно, где у нас клады спрятались? Давайте посмотрим. Так. Здесь ничего нет кладов. А здесь нет укладов. Представляете?
Обманули нас. Ну, давайте хоть посмотрим, где клады хоть. И ролик будет уже заканчиваться с кладами. Что-то ролик не выйдет со склада. Да, плохо получилось у меня с кладами. Ну, блин, и вторая часть. Знаете что? У меня много роликов про вторую часть. Вот прям, вот кто хочет какой-то ролик? Клады искать. В каких-то... Вот скажите, кто хочет какой ролик? Просто спрашивайте, какой. Сегодня я вам разрешаю, какой вы хотите ролик. Вот видите, это мои ролики. 18? Чёрт. Ладно. Я хотела вам показать какой-то ас, какую-то постройку, установить просто. Так, копия бир, копия бир. А чили копии, да, чили. Это был мир. Если это был мир, значит, тут за мной издевается. Если еще будет такая яма, это домик не будет, все. Знаете, что я делаю? Просто кто это делает? Нету дома здесь тоже, да? Бан выписываю, кто это делает. А, нет, есть. Я думаю, сейчас все бан буду выписывать. Чего? Реально здесь все-таки. Чё? Вы получили алмаз. Чё? Это за... чё? Где? Чё? Я просто прям хочу падать. Это чё? Вы получили алмаз звездочка 2304. Люди Кесталь 842 получает алмаз звездочка 11000. Мне бесконечный алмаз гренадата. Представляете? Ну, я не знал, что так положено. Я просто хочу падать. Это трудно было. Ну, говорится, что... Ну, я буду теперь в самых зданиях копать, потому что это невозможно. А вы знаете, что сделать? Если не работало, значит, посмотрим, что здесь. Где СССР было. А это что? Это что? Значит, здесь дом какой-то есть. Значит, покопаем... Не, нету дома. Просто шутка. Это чё? Это как? Чё? Чё? Я просто... Я удивляться буду. Когда буду в майн заходить, я просто буду... Перед сном буду себя баловать. Нет, я просто пошутил. Просто... Нету. Значит, все, мы прощаемся, все. Мы в следующий раз клады поищем. Все, всем пока. Всем пока, да? Всем пока, все, прощаемся, давайте. Прощаться, ну давай, всем пока уже, все. Всем пока. Всем пока.